Школа волшебников – это уникальная программа, направленная на развитие ребенка. Развитие, которым занимаемся мы, зачастую не занимается ни в школах, ни на секциях или у репетиторов. Наша задача – научить ребят слышать и слушать себя, людей вокруг, окружающий мир, научить их выражать свои желания и устанавливать свои личные границы, соблюдать границы других людей, научить принимать и просить о помощи, а также помогать и поддерживать друг друга, научить ощущать мир сердцем, слушать его, ощущать себя во взаимосвязи с миром и природой, ощущать свою жизненную задачу и свою индивидуальность. Всему этому мы учимся, путешествуя по прекрасным горам, ущельям и лесам Кавказских гор, общаясь, играя, слушая себя, договариваясь, медитируя, рисуя, сочиняя сказки. Программа «Школа волшебников» проходит на территории поселка Мизмай, плато Лаганаки, Кавказского государственного заповедника. Ребята любуются невероятными красотами тех мест, где в небесах летают хищные птицы, где с гор открываются завораживающие дух просторы, где есть прекрасные водопады с чистейшей водой, пещеры и ущелья с горными реками. Мы посещаем Мизмай-камень, Гуамское ущелье, Курджибское ущелье, Орлиную полочку и множество других красивых мест. Сам поселок Мизмай окружен горами и приветливо встречает гостей обилием дикорастущих яблок, орехов, ежевики и слив. На всех маршрутах в обилии растут лекарственные травы – мелисса, мята, шалфей, тимьян, зверобой. На программе мы посещаем травницу, которая знакомит нас с местными травами. На лужайках лениво гуляют коровы, козы, лошади, бараны. Люди здесь живут непростые – множество мастеров, травниц и просто интересных людей. Во время наших путешествий мы проживаем на туристической базе, где есть все условия для жизни. Комнаты в домах с размещением по 4 человека, душ с горячей водой, баня с купелью, стиральная машина, есть костровая зона, большое уютное помещение для творческих занятий и еды в плохую погоду. Есть и пруд с рыбой. А из домов открывается прекрасный вид на величественные Кавказские горы. В 2017 году мы совершим большой поход из Мизмая до Кавказского заповедника и по нему пройдем маршрут 28 километров. Маршрут недолгий и несложный, он займет у нас 3 дня, но именно там открываются все красоты, которыми так славится Лаганаки. Альпийские луга, табуны диких лошадей, гора Аштен, ледники. Весь маршрут будет проходить с опытным проводником и обеспечиваться спутниковой связью на случай экстренной необходимости. Также наш поход будет зарегистрирован в МЧС. Группа из Москвы приезжает на поезде в Краснодар, там соединяется с ребятами из других городов и на заказном автобусе отправляется на Мизмай. Это уникальное путешествие для ребят с 11 до 17 лет, которое оставит в душах детей незабываемые впечатления на всю жизнь.